Они искренне благодарны, потому что каждый день видеть эту войну, видеть это страшно. Читаешь их посты и мороз по коже, потому что люди живут в этом. Нам очень сложно это представить, потому что у нас не рвутся снаряды над головой, наши дети не видят этого. А там это, люди испытывают это каждый день. И без слез просто, ну, на это невозможно смотреть.